Здравствуйте, я Татьяна Климина. Сегодня в центре внимания высшее образование. По данным Росстата, система высшего образования объединяет 607 государственных и 358 негосударственных вузов. Вузы России готовят специалистов по 350 специальностям. В Екатеринбурге ведут свою работу 48 учебных заведений высшего профессионального образования. Высшее образование. Мифы и правда о высшей школе. Об этом мы сегодня будем говорить. В программе принимает участие директор Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета, главный редактор журнала «Университетское управление практикой и анализ» Алексей Клюев. Алексей Константинович, здравствуйте. Алексей Клюев, директор Института государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета имени Ельцина, главный редактор журнала «Университетское управление, практика и анализ». Родился в Пермской области, окончил Уральский государственный университет, философский факультет, эксперт в области университетского управления и стратегического планирования. Итак, мифы и правда о высшей школе, о высшем образовании. Вот тема нашего сегодняшнего разговора. Ваша задача, конечно, либо опровергать, что эти мифы вообще существуют, или подтверждать, что такие есть, ну и развенчивать, безусловно, их. Вот мне кажется, что еще с советских времен у нас сохранился такой миф, и я его сегодня обнаружила на одном из сайтов одного из наших вузов. Звучит он так. Высшее образование сегодня – это гарантия твоей успешности завтра. Мне кажется, что это миф. Как оцените вы? Ну, я бы сказал так, что рассуждать о мифах и не мифах – это, наверное, задача не слишком благодарная, но можно бы обсуждать эту проблему. На мой взгляд, конечно же, в статистическом измерении высшее образование повышает шансы на успех у того человека, который его имеет. Но индивидуальная жизненная траектория людей и с высшим образованием, и при его отсутствии складывается, конечно, очень различно. Поэтому в статистике люди с более высоким уровнем образования более успешны, они ведут более здоровый образ жизни, они дольше живут в статистике. Но, опять же, повторюсь, индивидуально это может очень отличаться. Миф, который существует вокруг высшего образования сегодня для тех ребят, кто не выбирает его, это, конечно, тоже, на мой взгляд, очень распространенное такое мнение, такой стереотип, это что высшее образование сегодня – это очень и очень дорого. И оно себя, по сути говоря, в общем-то, не оправдывает. Можно получить точно так же рабочую специальность в руки и в дальнейшем быть и успешным, и прекрасно строить карьеру, и в случае необходимости получить то же самое высшее образование, но уже через 2-3 года кормить себя, кормить свою семью, ну, в общем, все нормально. Зачем тогда высшее образование? Это очень дорого. Это огромная трата денег и, самое главное, времени твоего жизненного. Но опять же, если мы посмотрим в сравнении с другими образователями, с теми там, зарубежными, с которыми пытаемся сейчас конкурировать, европейскими, американскими, то, конечно, у нас низкая стоимость образования – это одна из его проблем. Потому что хорошее дешевым не бывает, как мы знаем. Низкая стоимость? Низкая стоимость, да. То есть, скажем, в Европе самая нижняя граница – это начинается от 5000 евро за год обучения. А уровень жизни как у нас? Ничего тут мы так примерно… Уровень жизни, он коррелируется, вообще-то говоря. Понятно, что он по ряду параметров ниже, но в целом коррелируется. Там не в разы. Не в разы мы отличаемся. На мой взгляд, проблема стоимости, она является неразначимой. Да? И ее обострение происходит не в контексте роста стоимости, а в связи с тем, что у семей возникают новые виды расходов. Вот растет стоимость жилья, жизни, проживания, ЖКХ, стоимость коммунальных услуг. Ну, то есть, качество жизни наше снижается. Да, и вот, собственно говоря, вот эти расходы, они сегодня как бы теснят расходы на образование, вложения семей в образование, и начинают конкурировать, вот эти расходы они начинают конкурировать с расходами на образование. При том, что понятно, что расходы на образование – это инвестиции. Инвестиции в человеческий капитал своих детей. И это инвестиции, которые в конечном счете окупаются. Окупаются. Вопрос, как окупается, как быстро окупается и так далее и тому подобное. Всегда ли окупается? Тоже, эта проблема тоже присутствует. Уровень развития нашей экономики, к сожалению, еще не таков, когда можно вот видеть прямую корреляцию между вложениями в развитие своего человеческого капитала и отдачей от использования этого человеческого капитала. Алексей Константинович, ну, уровень развития нашей экономики, вы сами говорите, не таков, уровень нашей жизни тоже не таков, а мы живем, знаете,
Ну, если можно так сказать, да, временной промежуток нашей жизни, он достаточно короткий, если посмотреть, да, там активно возраст человеческий, то есть не берем ни детский, ни уже там совсем пенсионный, он достаточно небольшой. И в этот период времени человек должен быть успешным, раз, для себя, вот сегодня такое слово, да, такое прям модное слово, он должен быть успешным, он должен быть востребованным, он должен стать хорошим специалистом, а проще говоря, он просто должен быть счастливым человеком, то есть все должно в его жизни более-менее быть хорошо. И если сегодня он не видит каких-то перспектив, вот когда я говорю, там, гарантия, высшее образование сегодня – это гарантия твоей успешности завтра, да, многие идут, наверное, на это. Потому что такой хороший рекламный ход. Вы, как специалист, который вот как раз возглавляет институт, где в том числе занимаются и рекламой, и маркетингом, вы это прекрасно знаете. Другой вопрос – получают ли на выходе это ребята, или через какое время они это получают, и стоит ли это тех вложений денежных, сами говорите, сегодня многие семьи, ладно, если семья полная, папа, мама, и более-менее там бюджет семьи позволяет ребенка учить, а если это одна мама, он поступает в медицинскую академию, где сегодня в среднем, наверное, там в месяц примерно стоимость обучения коммерческие, это где-то 10 тысяч, если это лечебный факультет, 10 тысяч, а у мамы зарплата 25, а есть еще коммунальные расходы, есть еще здоровье, в которое, безусловно, надо вкладывать, и т, и т.д., и т.д.п. И вот она думает, а стоит ли мне сегодня этим заниматься, если моя дочь или мой сын может, например, поступить в тот же медицинский колледж? Через 1.5-2 года закончив. Это не 6 лет медицины, а то и 7 лет, пока он выйдет более-менее врачом и начнет зарабатывать деньги. Действительно, общество и общественное сознание, я бы сказал, преувеличивает значение высшего образования. Тем ли нужно его получать? В стратегии своего развития, да, преувеличивает несколько. И преувеличение большей частью идет в ориентации на образование как некий символ успешности и престижности. Это самая гарантия, да? То есть вот исследования социологов последние годы показывают, что происходит сдвиг интереса к образованию, сдвиг интереса к получению диплома как символа, демонстрирующего какой-то образовательный уровень. То есть, попросту говоря, студентов, многих студентов в значительной степени больше интересует получение диплома, чем получение образования. И это плохо. Это создает вот совершенно вот эту избыточную, надутую сферу высшего образования, в которой люди приходят с совершенно неправильным запросом. Студенты, с которыми трудно работать, студенты, которые пришли сюда для повышения своего имиджа, а не для своего собственного интеллектуального, человеческого, профессионального развития и так далее и тому подобное. Вот эта проблема, она есть. Большинство выпускников школ либо их родители пребывают в полной уверенности, что без наличия диплома карьеру не сделать и престижных должностей не видать. Безусловно, человек с высшим образованием, добросовестно учившийся и посещавший занятия, является эрудированным и внятно излагает свои мысли. Однако не у каждого есть способности и желание на протяжении 5 лет грызть гранит науки. Есть и те, кто просто любит проводить время с молодежью. Так называемые вечные студенты. Они регулярно меняют факультеты, университеты и специальности в поисках своего счастья и успеха. Высшее образование в России чрезвычайно востребовано. Подавляющее большинство жителей нашей страны полагает, что заветный диплом гарантирует безбедное существование и продвижение по службе. Миф это или реальность? И какие еще мифы об образовании существуют в современном обществе? Еще один достаточно устойчивый миф – это то, что сегодня поступить в хорошее учебное заведение, но для этого тоже нужно иметь связи. Потому что, первое, количество бюджетных мест, по мнению, вот если смотрите, да, слушать этот миф, количество бюджетных мест резко сокращается. Количество мест платных, или мы говорим на контрактной основе обучения, да, оно увеличивается. И у семьи со средним достатком просто реально либо нет возможности, чтобы ребенок выучился, да, либо если есть связи, а мы сегодня говорим, что сегодня достаточно распространена коррупция, в том числе и в системе образования, и, соответственно, могут на бюджетные места взять знакомых знакомого знакомого. Вот, и уж точно ты можешь на нее не попасть, если ты не идешь ни целевым набором, ни по твоим знаниям тебя здесь не оценивают. Есть связь, ты поступишь в связи. Нет, иди на коммерческую, нет возможности коммерчески учиться, иди в тот вуз, где тебя могут взять. Поэтому некоторые умные ребята поступают далеко не в те вузы, где они должны бы были учиться. Есть такой миф. Ну, скажем так, практика современного проведения приемной кампании, мне кажется, она исключает развитие такого мифа и основу для его существования. Все-таки
система ЕГЭ, там можно к ней по-разному относиться, к ее качеству и так далее, и тому подобное, но в целом она проблему, мне кажется, вот эту сняла давным-давно в нашем государстве. Проблема в другом. Проблема в том, что количество бюджетных мест не сокращалось, но происходит перераспределение бюджетных мест внутри тех мест, которые заказывает государство, в пользу других специальностей, других направлений. Ну, сегодня приоритет инженерной специальности, поэтому государство большую часть бюджетных мест отдает на эти направления, сокращая на юридические, сокращая на управленческие, на экономические. И в этом смысле, скажем так, структура приема она становится очень однородной. На привлекательные, интересные, скажем так, многим ребятам направления подготовки очень ограниченное количество бюджетных мест. И попасть туда... Но это очень сложно. Крайне сложно. Крайне сложно. Даже способному. А на другие направления подготовки там конкуренция меньше и попасть туда гораздо проще. Но это некий перекос такой. Это определенный перекос, который, конечно же, учитывает интересы государства, но в меньшей степени учитывает интересы личности. ВУЗ сам не может свои интересы сам учитывать? Распределять так, как удобно? Не может, потому что бюджетные места выделяет государство. Государство выделяет бюджетные места, исходя из своих приоритетов. Ну вот хорошо бы, если бы государство еще как-то научилось учитывать приоритеты личностей, потому что по нашей конституции образование, высшая школа, она вообще должна удовлетворять и интересы государства, и интересы личности. Вот сегодня у нас все-таки в распределении бюджетных мест совершенно очевидны приоритеты государства, но не так отчетливо просматриваются интересы личности. Вы знаете, еще один распространенный миф – это то, что если ты хочешь действительно быть успешным, я не говорю гарантированно, но я говорю, если хочешь быть успешным, ты должен сделать правильный выбор, если ты выбираешь высшее учебное заведение. И это среди тех ребят существует вот такое мнение, такое убеждение, если хотите, такой миф, который действительно ориентированы на получение именно высшего образования. Выбирай правильный вуз, вот так. Как? Без разницы, где учиться? Или это имеет значение? Ну, имеет. Конечно, имеет значение. Конечно, имеет. Вот мы последние, может быть, 10 лет в России наиболее отчетливо стали структурировать высшую школу, позиционировать вузы. То есть университеты в России перестали быть общим белым пятном. Мы стали понимать, что университеты разные. Университеты разные по качеству образования, университеты разные по своей возможностям и по тем, какие они возможности создают для своих выпускников. И, конечно, выбор должен происходить вот с учетом вот этих обстоятельств. Насколько ты заинтересован в своем развитии, и ты должен быть амбициозным в выборе своего университета. Сложно. Амбициозный абитуриент должен выбирать себе амбициозный университет, который занимает ведущую роль в рейтингах, потому что там тебе будут предъявляться повышенные требования. Ну, как тогда, как профессионал и специалист, скажите мне, каков процент амбициозных студентов, которых вы видите вот, в качестве поступающих? Вот они прям амбициозные, вы видите, что вот все, вот, не меньше, чем премьер-министром этот. Явно хотел бы быть, раз уж у вас государственное управление. Да, вот мэр города Екатеринбурга в будущем явно. Много, ну, знаете, вот доля особых людей, амбициозных, угу, предприимчивых, креативных, творческих, одна обычно всегда укладывается в 10-15%. Всегда. Вот как бы мы ни мерили, это всегда примерно. Вот любое, брали бы измерение, любое качество интересное. Ну, примерно вот такая доля. Ну, так оно и есть примерно. Ну, невысока доля. Но при этом ведь вот на этом первом этапе, когда 18 лет, сложно иногда быть амбициозным, особенно когда большое влияние на тебя оказывают родители, да? Которые вот у них амбиции уже, может, предостаточно. Как раз их амбиции сказываются на выборе тобой и твоего вуза. Вот ты, может, о нем и не мечтал. Так вот здесь как раз те, кто противники высшего учебного заведения, они и говорят, не надо пробовать сразу с высшего образования. Получай в руки профессию. Получай в руки профессию, иди, выбирай колледж, среднеспециальное образование. А потом, когда ты уже более или менее подрастешь и личностно в том числе, да, ты сам сориентируешься, что тебе дать. Вот там твои амбиции могут уже во всю ширь размахнуться. Многие из великих людей, кто начинал сначала с колледжа, потом поступали в вуз, аспирантуру заканчивали и так далее, это не помешало им. Но я лично приветствовал бы такую образовательную стратегию, потому что мы сегодня живем в условиях очень динамичного развития, изменения экономики, запроса на компетенции, на квалификации. И вот, кстати,
мифа, о котором мы не говорили. Но это один раз закончить один вуз? Один раз закончить один вуз, да, на всю жизнь. Вот он, такой, вот да. Он является реально пережитком, он реально сегодня не отражает ту ситуацию в сфере образования, которая есть. Сегодня вот жить вот в этой модели абсолютно тупиковый случай, тупиковый вариант. Сегодня надо видеть свою перспективу постоянного обучения, постоянного наращивания образования, постоянного апгрейда своего интеллектуального багажа. И, в общем-то, в определенном смысле высшая школа в этом плане создает эти возможности, потому что вот двухуровневая система образования, бакалавриат, например, магистратура – это как раз отражение вот этого крайне важного тренда повысить гибкость, мобильность людей, повысить их способность переключиться на новые виды деятельности. Но этот вызов для всех нас, он, в общем-то, должен формировать у нас и соответствующие отношения. Мы должны понимать, что мы должны возвращаться в университет, мы должны приходить в университет через какое-то время, тогда, когда мы чувствуем, что надо обновить свой интеллектуальный и компетентностный багаж. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 88% граждан нашей страны утверждают, что современные условия жизни требуют наличия высшего образования. Исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения показало, что 6% считают желательным окончание аспирантуры и получение ученой степени. 72% уверены, что высшее образование обеспечивает успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей. Имеет значение, в какой вуз ты поступаешь? Я сейчас имею в виду не по престижности вузов, а государственный это вуз или это частный вуз? Не государственный. Вот есть сегодня тоже такое убеждение, особенно у родителей, что первое образование ты должен получить обязательно в государственном. Вот есть какое-то доверие именно к государственным учебным заведениям, нежели к негосударственным и уж тем более к филиалам каких-либо университетов и так далее. У нас их огромное количество сегодня в городе. Здесь принципиальная разница есть или, в общем-то, не важно? Ну, я считаю, что здесь все равно смотреть на конкретный вуз, на конкретный университет. Конечно, есть очень приличные частные вузы, конечно, есть и неприличные государственные вузы. И в этом смысле надо выбирать. И это та проблема, которую должен делать сам потенциальный абитуриент вместе со своими родителями. И он должен делать этот выбор. Давайте, подводя итог нашего сегодняшнего разговора, Алексей Константинович, мифов огромное количество. Ваша практика показывает, мифы – это все-таки то, чего в реальности нет. Вокруг этого много слухов, много домыслов, но все-таки они не подтверждаются статистически. Или мифы сегодняшние, только те, которые мы с вами обсуждали, они, в общем-то, не всегда мифы. Большая из них, может быть, часть какая-то действительно реальность наша сегодняшняя. Я бы сказал следующее, что, конечно, мифы опасны тем, что они дают неправильные, неточные, некачественные ориентиры. Потому что мы с вами дело имеем очень тонкой материи. Мы имеем дело с разработкой жизненной стратегии там, молодого человека. И, конечно, хорошо бы вот на старте не совершить каких-то ошибок. Да? Но ты не совершаешь ошибки тогда, когда ты пользуешься достоверной, точной, правильной информации. Тогда шансов у тебя совершить ошибок гораздо меньше, чем тогда, когда ты руководствуешься какими-то обыденными предположениями, обыденными гипотезами, какими-то стереотипами, которые ходят в сообществах. Спасибо большое, что вы сегодня пришли в нашу программу. Но я напомню, что мы сегодня говорили о высшем образовании. Мифы и правда о высшей школе. Вот так звучала наша сегодняшняя тема. Всего вам самого доброго. До свидания. Каждый вторник и каждую пятницу в 19.30 на 10 канале. Сделать успешную карьеру и реализовать свои способности невозможно без современного качественного образования. Институт государственного управления и предпринимательства УРФУ приглашает абитуриентов на обучение следующим специальностям бакалавриата и магистратуры. Государственное и муниципальное управление, реклама и связи с общественностью, сервис, торговое дело, экономическая безопасность, менеджмент. Институт государственного управления и предпринимательства является одним из лидеров среди центров бизнес-образования Уральского федерального округа. Безусловно, у нас регулярно проводится
проводятся различные лекции зарубежных преподавателей. Мы даем возможность ребятам пройти стажировки в других странах. Мы гордимся тем, что мы используем различные форматы, современные образовательные форматы, которые позволяют усиливать компетентность будущего специалиста. Например, студенты во время обучения имеют возможность воплотить в жизнь бизнес-идею и начать собственный бизнес. Выпускники института находят себя в различных сферах деятельности и становятся успешными руководителями.